И всем привет, ребят, с вами Васька. Сегодня записываем с вами новый видеоролик. Всем с Новым годом, с китайским. И давайте посмотрим, что мы там выиграли, что нам китайцы принесли. Я уже прошел все миссии особые, которые нам давали на китайский уикенд, на сегодняшний, на завтрашний, на послезавтрашний. Осталось только вот эти каждодневные. Ну и посмотрим, давайте, что у нас тут. 19 контейнеров. 13, так, ну это простых я уже здесь зафармил, фермил. Давайте открывать. Что даем? 15, по 5 будем. По 5. Пишите в комментариях, что как лучше в следующий раз открывать. У кого какой с открытия что выпало. Ну я думаю, здесь, наверное, шляпа будет. Это у нас уже получается какой эксперимент с этими, с открытиями? Уже пятый, наверное, получается, что с них ничего не падает стоящее. Ну, посмотрим сейчас. Может, китайцы что-нибудь там подсунули интересное? Опа! 25 штук. Ну, чё, давай, красное золото. Последняя четверочка. Ну-ка. Опять бабло. Так, ну вот, ребят, как бы так. В принципе, и задания-то были, можно сказать, халявные. Все это быстренько, как бы без заморочки, все это можно пройти. Ну и призы, конечно, не очень акти. Ну и ладно. И так хорошо. И так хорошо. Сегодня у меня уже был видеоролик. Мы сегодня с вами заходили вот в этого дракончика. Правда, там неудачно у нас получилось. Так что ладно, не будем за ним зацикливаться. Так, ну все. Давайте, до встречи. Что-нибудь буду дальше сейчас думать, что можно будет записать. А так, пишите в комментарии, что у вас там выпало. Подписывайтесь, не забывайте. Ну все, всем пока-пока. Сегодня вот такой у нас быстренький, коротенький видеоролик. Все, давайте, удачи, чтобы у вас золото было.